Ребята, всем привет, с вами Александр, Monster Legend, и у нас снова появились вот эти вот подземелья в трех видах. Сложность обычная, то есть для виповских тяжелая, и экстремальная. Блин, я хотел бы даже просто зайти посмотреть, какие здесь враги, но, к сожалению, нас это и не пускают нас сюда. Ну и фиг с ним, все равно. Здесь, наверное, будут с большими... крутыми, короче, 130 левел, еще может там и рун добавят, еще вот эти, блин, усилялочки всякие, просто жесть. Так, я нахожусь здесь, мне осталось 1, 2, 3, 4, 5. Давайте попробуем их завалить. Кстати, дадут рунку 4-ю силу, это довольно хорошо. Так, то есть, ну, такой вот своей компанией, то я, конечно, здесь пройду без проблем. А, Инженика, да, создательница всех этих механоидов. Так, давайте будем смотреть, что у него по рунам. Так, с началом хода, если какой-то союзник парализован, добавляет 7000 брони. Ух ты, ёшкин кот. После возрождения владелец увеличивает максимальный уровень энергии всех союзников. А возрождение как вызвать вопрос? Так, а что у Инженики? С началом хода уровень жизни владельца... менее 75% увеличивает его скорость на 470 единиц. Ух ты, блин, она скоростная получится, если мы ее покоцаем. Так, давайте попробуем тогда взять скоростных монстров. Так... Кто у меня вообще тут, у кого есть такие рунки на скорость-то хорошие, допустим, вот так. Ну, давайте возьмем вот эту красавицу, не знаю. Будем пробовать. То есть, понятное дело, что есть комбинации, которыми я могу пройти точно, но, давайте будем пробовать. Паралич, но он точно всех не зацепит. А, у панда Клауса спионерили. Так, на тебе персональную одержимость. Ха, сработало. Вообще шикарно получилось. Скорость дали ей. У нее было меньше 75% жизни, получается, да? А какого хрена она походила? Вот этот момент что-то я провтыкал. Так, уничтожает все эффекты. Все эффекты свойств чудища. Вот еще понять бы, что это значит. Блин, что-то я ее. Она ж, наверное, тоже не. Нет, она одержима. Черт, я думаю, может, она тоже не склонна к этому всему делу. На тебе, твоя скорость пойдет тебе во вред. А, вот это шикардос. Хорошо получилось. А, у нее тоже вот эти, применила к себе вот эту всю ерунду. Ай, зачем я это сделал? Взял и всех заморозил, блин. Ну ладно, у нас еще есть одержимость. А кто будет ходить? Он будет ходить, он пропустит Инженика, а потом будет ходить. Кому отравление? Вот тебе, он какой-то сильно жирный. Кому одержимости? Всем одержимости. Ну, неплохо, мы их нагибаем. Хоть они с этими усилялками, блин, задолбали своими. Thank you.
Так, давай, вали кого-нибудь. Одержимость, шикарно. Ну, долго получается, мы что-то с ними всеми возимся. Ну все, хана вам. Капец, как долго. Неубиенные какие-то. Щит их до сих пор спасает. Так, ну надо его уже добивать как-нибудь. Так, я вообще хочу Буратгора. Или Буратторга, все время забыл. Буратгора, точно. Так, что у нас здесь? Будет наш главный враг, да? Нет, его здесь нет. У, здесь есть Тетис. То же самое, что и было. Если противник заморожен, стоит 1700 единиц урона. С началом сражения уменьшает максимальную жизнь на 4000. Блин, не кисло так. Совсем так не кисло, ребята. Так, кого еще взять? Можно Зерлинга взять. Джаджмент у меня вообще без рун. Вот так можно взять. И какой-то... Ой, ну и вот так давайте. Забрали у нас жизнь. Максимальную. Ах ты, ё-моё, она не замораживается, сейчас проатакует. Больно. Это подло. Так, что у нас есть такое интересное? Слепота. Молодец, хоть не промазала. Так, инстинкт самосохранения. Промах. Гаденыш. Освободить Дракена, это, наверное, самый не страшный суперудар, который есть. Надо было так промазать-то. А что, почему, что вот эта звездочка дает ей? Урон против замороженных цель, но ничего такого в ней нет. Руби ее. Почему она опять неуязвима? Где там такое написано? Сейчас еще завалят нас по ходу дела. Нифига себе, какая-то чехарда. Они ходят и ходят.
у Беллы что же руна на скорость была? Смотрите, вы только на это посмотрите. Суперки, три суперки у них было. Это полная отстой. Она еще к этой... Блин, ну что это у нее там такое? Уже не почитаю. Это было нечестно. Совсем нечестно. Я с этими артефактами, ребята, еще не разобрался. Мне их уже, наверное, там довольно много. Так. Давайте смотреть. Есть лорд. Ну, давайте так. Ну, давайте одну хоть парализуем. Это очень плохо на самом деле. Вот эту нужно выключать ее. Чем быстрее, тем лучше. Вот так вот. Ах, не сработало. Ой, сейчас будет больно. Минус 23 в 7. И сама умерла. Что это было? Я не понял. Ну? Так, 3 остановки и 4 очка. То есть еще один раз, если проиграем, то беру самую сильную свою команду и все. Потому что времени ждать нету. Так, стоять, я не посмотрел же, кто против нас. Тайга, Терминатор. А, ну только быстрый здесь только Тайга. Амулет скорости. Как, подождите, как он работает? Когда у него жизни немножко отбираем, он становится сильнее, да? Забирает энергию у кого-то. Хорошо. Белла. Хотя мы Беллу еще как-то не реализовали особо, да? Давайте сейчас заменим скоростного монстра. Можно Бурадгора взять. Октекс взял. Не, не хочу Октекса пока что. Мега Астеума давайте возьмем. Так, так, у него же здесь удар, который дает ход, да? Где здесь может заморозить их, требует перезарядки? Ладно. Забрала у Мега Астеума энергии. Чертовка. Так. Минус один. Забрала энергию. Вот сволочь такая. Получил силу, да? Она тебе не поможет. Этот покойник. Точно, о, дает выносливость еще. Это круто.
порвали, как тузик тряпку. В конце зайдем, посмотрим, что мне там по амулетам этим. Их нужно как-то посливать, попрокачивать. Я уже забыл, как они, как это делается. Так. Есть Харусами, есть. О, а сюда псила-то возьмем точно. Так, а вместо нее нужен демагер. Бураторг. Или Буратгор. Погнали. Так, блин, он же походит первым. Не, не походит, слава богу. Вот так. Шикардос. Минус 100 энергии. Минус 100 энергии. Ну хоть по одному. Еще и походила, сволочь. А, ну правильно, одержимость. Круто. Снова минус 100 энергии. Это они задолбали уже свои минус 100 энергии. И тут минус 100 энергии. Капец. Так, что тут? Давайте вспоминать. Можно кого-то просто взять и выключить. Ну вот тебя давай. Кровотечение. Ну, мне сейчас, кажется, вот сюда надо. Промах. Неаккуратненько вышло. Блин, классно. Они, конечно, друг по другу промазали. Типа такие красавчики. Добавляет союзнику выносливость. Блин, себе добавь. Звуки такие издают странные. Вообще шикарно, конечно. Раздают энергию друг другу. Ну хоть попал. Ха-ха-ха. Так, а что это у меня? Увеличенный урон против замороженных целей. Но у нас таких нет, к сожалению. Минус. Минус. Прикольная троица получилась у нас. Попробуем ею сходить сейчас к нашему боссу. Если не получится, тогда возьмем Таймериона, Тетис и прочую команду. Властелин природы. Черт, я забыл же. На него не работает. Так. Вот это круто. С одного удара. Ха. Так, давай его одержимость ему нужно дать. Паралич, ну давай. Прощай. Люблю Буратгора. Крутой чувак. На тебе так. Вообще, вообще как по маслу. Команда прикольная получилась.
И последний удар нанесет снова он. Ха-ха. Ему надо еще рунку на скорость поставить, как вы считаете? Блин, на скорость или на силу? На скорость надо ставить, конечно. Так, разобрались. Давайте тогда сейчас что сделаем. Зайдем в экипировку. А, ну здесь все нормально, он нормально запакован. И на скорости, и на силу стоят классные руны. Все, все, все у него отлично. Так, где у нас находятся эти вот штуки? Реликвии. Вот, ребятки, что у меня есть. Хотя не так уж их-то и много. Так, с началом сражения увеличит максимальный уровень жизни случайного союзника. Так, ладно. Давайте посмотрим. После нанесения удара, если противника мучает кошмары, наносит, блин, ну это такая какая-то фигня. Если с началом хода уровень жизни владельца менее 25%, ну это тоже как бы она пока сработает, ты и умрешь. После получения удара, если уровень жизни владельца менее 50%, исцеляет на 300, блин, ну тоже и такая ерунда. Как-то можно у тебя вообще разобрать сразу? Классы. То есть розовые типа лечат, да? Так. С началом сражения максимальный... Ну вот максимальный уровень, да, нормально. С началом сражения. После смерти владельца исцеляет всех союзников. Такое. Давайте с началом сражения будем вкачаем... Все остальное туда переработаем. Думаешь, хоть какой толк будет. А что прям так много? Ладно, и что у нас в итоге получилось? С началом сражения увеличит максимальный уровень жизни случайного союзника на 10 тысяч единиц на ход. Исцеляет один раз. Вот это я понимаю, уже хоть что-то значит. Так, что это дает? С началом сражения уменьшает максимальный уровень жизни всех противников. Тоже неплохая штука. Во. Новый уровень. Туда пустим сейчас. Ну, вот эту штуку пустим. Может потом еще найдем что-то ненужное, то есть не обязательно, чтобы оно было именно такого же уровня. Так, ну это то есть простецкие, подождите, категория. Вот это уже идет типа бронзовый, да, это у нас обыкновенные. А вот это уже посерьезнее. Так, что это? С началом хода, если уровень жизни владельца менее 50%, увеличивает силу случайного союзника на 70 единиц. Вот, и такие похожие были, только у нас, у них походу были они серебряные, раз 75%. Флаг, флаг, флаг. Это энергия, да? Ну, энергии как-то не особо что-то не хочется. Давайте новый уровень. При прокачке реликвии исчезнут. И что теперь? Случайно на 100 единиц, да, у нас увеличивается сила. Теперь. Стоять. А вот это что? Почему-то я их не заметил раньше. А это же у нас серебряные, то есть это обычные серые, а это серебряные. А ну-ка, подожди-ка. Во! Новый уровень. Вот эту всю хламину надо переработать. Зачем нам бронза, если у нас есть серебро? Так.
И вот это тоже переработаем. Хоть кому-то будет толк. Вот я понимаю. 245 единиц скорость случайного союзника. Хорошо. Так, это у нас обычная броня, да? Так, с началом хода, если владелец заморожен, спасибо. Если какой-либо союзник мертв, добавляет единиц брони владельцу. Используется два раза. Ну, владельцу что-то не очень прикольно. Это у меня что? Так, если противника мучают кошмары, да это надо разобрать. Это тоже нужно разобрать. Если уровень жизни владельца меня снижает, скорость случайного противника, это стоит прокачать. Допустим, давай вот это мы сейчас увеличим за счет меча. Меча и маски. Если что, его тоже потом разберем. Так, что это? С началом хода, если противник одержим, увеличивает силу цели на 40 единиц на разборку. Если одержимость, его сила уменьшается, тоже на разборку. С началом хода, если какой-либо союзник мертв, владелец получает 350 единиц брони. Ну, броня, а вот это что? Если владелец заморожен, ну вот эту штуку можно прокачать. Допустим, ее новый уровень, вот эти штуки разберем. Владелец получает... Ну так, давай пока. Так, скипетры эти тоже нужно будет сейчас разобрать. Максимальный уровень всех, уровень жизни его забирает у всех противников. Так, ну тут надо еще что-то сейчас качнуть нам. С началом сражения увеличит максимальный уровень жизни случайного союзника. Блин, ну это прикольная штука. Плюс 10 тысяч кому-то. Уже хороша. Можно использовать здесь с началом хода. Если кто-то ранен, увеличивает скорость. Давай тебя тоже еще вот это вот разберем. Увеличивает скорость случайного союзника. Так, ну, скипетры я сказал, что надо разбирать. Ну, вот так вот как-то получилось, ребятки. Осталось 6 реликвий у нас. Кому-то их нужно будет распихать. Но с этим будем разбираться попозже. А вы можете написать свои предположения, правильно ли я сделал, или вы считаете, что можно было сделать получше. Ну, и кому эти рунки... реликвии из моих топов можно прицепить. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.